Всех приветствую, мы продолжаем прохождение 4-го дня победы за Сербию. В прошлой серии мы объявили войну Германии, немножко от них хватанули, потеряли часть Прибалтики, но тут Советский Союз подтягивается, сейчас мы затащим. По нацфокусам нам, в принципе, убирать-то особо уже и нечего. Бронирование улучшенное взять, чтобы танчики потом прокачать в 36-м. И, в принципе, все. Так, а что-то вы в Прибалтике-то не шевелитесь. Ну-ка, Асиму, так попробуем. Успеет, нет. Нифига себе. Прилично они тут сил собрали. Тут окружили, сейчас добьем. Советский Союз нам поможет. Тут главное сильно не отступать. В принципе, удержим эти границы. Тут много их еще бункеров осталось, так что нормально. Ау, забирайте плацдарм ихний. Мне не надо, чтобы у них плацдарм был на нашем берегу. Здесь тише да гладь. Наш флот тащит, походу. Походу тащит. О, авиация. Вот с авиацией нехорошо так получилось. Ага. Ранний истребитель. Так, развернем. Что-то у нас еще есть. Ранний бомбардировщик. Как раз 1000, нормально. В общем, выведем тогда мы отсюда наш флот. Доблестный. Или пускай пока тут потусуется. По авиации у нас что? А вот здесь у нас как-то не очень. Противник пытается нас отсюда выбить. У нас аэродромы тут есть какие-нибудь нормальные? Тут почти все занято. Давайте мы... Ага. Видать, поврежден. Ладно, ремонтируйтесь пока. В принципе, пока нормально. Пока все более-менее происходит. Потери у немцев более чем. Мы в прошлой серии высчитали рекрутов за территорию Югославии, так что у нас сейчас рекрутинг более-менее. Так что можем, в принципе, держаться. Так, тут нам прорваться не дадут. Но главное, что в обороне мы неплохо тут их держим, и они несут потери. Ты, я извиняюсь... Ага, мы тут пройти не можем. Из этих красок плохо видно там водную преграду, да еще и лед. Так, поддержи. Я и забыл, что у нас тут танки есть. Танки, танки. В принципе, да, пока можно от обороны держаться, вполне даже. Авиация, авиация. Долго вы там разворачиваться будете? Где я вас развернул? Развертывание. Почти 100 уже. Давай, давай, Адриатическое море идите. Во, отлично. И мы тащим. В принципе, наш флот... Неплохо он громит итальянцев. Авиация у нас везде все. Везде все норм. Так, ага. Ну, кроме вот этого региона. Мы тут вроде как пока справляемся. Сейчас с Прибалтикой бы закончить. О! Ага. Ну-ка попробуем их окружить. Очень даже такой момент хороший. Ты вот этим не дай с места двинуться пока. Угу. Да идите налево 30 раз. И вот так. Попробуем действовать. Блин, вот эти мешают новые части двинуть. Ага, уже не получится. Ладно, не вопрос. Но зато мы наверху где-то проломили. Ну, правильно, 20 дивизий, чуть не проломить-то. Так. Если они пытаются нас атаковать, безуспешно.
И это Гуд. Там тоже все. Кто там атакует? Это не мы. А не мы. Плацдарм хотели отобрать. Вы-то что стоите? Давайте, помогайте, помогайте. Я, конечно, знаю, что я приказ не отдал. Могли бы поумнее быть. Так. Это что у нас? Ну, хоть провинция, не озеро, хрен пойми. С этими красками где-то вот что находится. Они часть провинции покинули, видать, окружение боятся. Правильно делают. Вперед. Выбиваем их из земель древних прибалтов. Опа-на, смотрите. Блин, отступают, сволочи. Идите их, не дают окружить. Что у нас по портам? Порт в Риге и порт в Ревеле. О, еще тут какой-то порт есть рядом с Советским Союзом. Ну, сейчас повернем сюда, попробуем в Риге порт отжать. Так, вон же пыти нам не помешали. Задержи их. Замечательно, тут двигаемся. Тут двигаемся вперед, продолжаем. Порт. Так. Опа-на, транспорт. Транспорт производится. Но его недостаточно. Что у нас по этому делу? Всего хватает, транспорт нужен. По транспорту-то потери у нас, ого-го. Истребитель этого тоже, по-моему, всего хватает. Давайте мы чуть-чуть уменьшим, чтобы транспорт производился. И закупим резины чутка. Бразилия не может, да, нам поставлять в таком количестве. Бельгия. Бельгия нам поставит резины. Опа. Ага, войска туда перебрасывают. Ладно. Ну, мы, в принципе, можем обойти Ригу не напрямик, а южнее немножко. Что у нас с флотом? Ремонт ему требуется. Так, как-то тут можно отправить их на немедленный ремонт, да. Пускай идут ремонтироваться, в принципе. Опа, ну-ка. Это они, что ли, пробили? А, нет. Все нормально. Нормально, лишняя паника. Тут все нормально тоже. Мы вот тут их южнее обойдем. Все-таки равнина. Тут танкам есть где развернуться. Тут у нас САС получает повышение и гибель пилота на... Ну, в принципе, Альпийский регион довольно там опасен. Там много вражеской авиации. Так, а тут у нас что по авиации творится? Тут... Ох ты! Там они чудят. Ну-ка посмотрим, можем мы там авиации чем помочь. Ага. Значит, они тут хотят. Ладно. Первым делом наши порты. Остальное все потом. Так. Бомбардировщики, истребители. О, гидросамолеты, они по наводным целям, надводным, вообще норм будет. О, ранний истребитель. Знаешь, куча разных видов истребителей. Нормально, берем вас и вот сюда. Так что сейчас тут мы будем тащить, по-любому, без вопросов. Исследования у нас там проводятся. Что-то где-то исследуется. Конвои. Ну, в принципе, конвои, да. Конвои надо. Тут. Опа, замечательно, смотрите. Мы их сейчас окружим. И добьем. Вперед, танки. Ага, пытаются к своим прорваться. Хрен вам.
Тут отступают. Фиг пойми, честно говоря, что они творят. Но мы должны этим пользоваться. Советский Союз, надеюсь, ты поддержишь прорыв-то. Так. В принципе, разрезать их на две... Ага, не получилось. Советский Союз. А вон танки идут, хорошо. Хорошо, танки идут. Так, здесь... О! А, нет, здесь вот эти. Так, 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 так. Ага, вот эти отступают, мы бьем сюда. Давайте, кыш-кыш. Кыш отседовал, да, замечательно. Блин, нет, не успели. Ладно. Ну, в принципе, 80%... И эти сюда отступают. Вот редиски злобные. Зато мы вот так можем... В общем, все равно мы выиграем. Они порт у нас... Ой, порт. Аэродром оставили. Творят какую-то ересь непонятную. Ну ладно. Мы должны этим пользоваться. Потери. Ух ты, неплохо. Полляма уже у них. Даже столько не в людских потерях дело, сколько в потерях всяких там транспортов, оружия и тому подобной фиговины. Морские сражения. Победа! Да, замечательно. Мы побеждаем. Где наш флот? Вот он воюет. В принципе, неплохо тащит. У нас много тяжелых кораблей. Плюс поддержка с воздуха. Не везде, конечно. Но где есть возможность, мы ее оказываем. Так. Я могу даже дирижабли сейчас поднять, в принципе. Так. Куда-то дирижабли спрятали. Ну ладно. Так. Бомбардировщик. Ну и норм. Берем. А нафига я закрыл? Можно было вот так сделать. В принципе, сейчас мы тут будем по воздуху тоже тащить. В некоторых регионах, конечно, они держатся, но... Не все так плохо. Тут у них... О, замечательно. Мы сейчас тут истребителями одними пока воздух займем. Так, ранний истребитель. Зря их что-то столько производил. Единственное, что у нас сейчас потери просто огромные будут по самолетам. Ну что есть, то есть, как говорится. По-другому никак. Плавучая крепость, линкор организация плюс... Так, организация крупных... А, броня крупных кораблей плюс 10%. Это же замечательно. Морское сражение. Ну, понятное дело, что морское сражение. Мы ж тащим. Все замечательно, все прекрасно. Тут мы их из Прибалтики сейчас выкинем нафиг. Так, держись, держись, давайте войска еще отправлю на помощь. Так, тут можем? Да, можем. Тут. Тут они нас атакуют. В принципе, ладно. Тут у них слишком много дивизий. Знаешь, мы что сделаем? Мы возьмем вот эти танки. Ты в бой мешаешься. Ладно, идем сюда. Идем вот так. Потом через свои территории. Блин, тут река. И вот так. Попробуем вот этот порт занять. Не в одном месте, так в другом. Один хрен. А ну, помогать нашим. У-ху-ху-ху-ху. Куда ты прешь? Здесь еще хуже ситуация. Так. Вот тут выкиньте их. Верните нам плацдарму нашу. Нашу. Вернее, ихнюю заберите. Ну, в общем, вы поняли, что я им хотел сказать. О, смотрите, они здесь довольно побиты. Мы можем даже здесь попробовать реку перейти. Давайте, давайте, давайте. Вот здесь перейдем. Ну, отходите, давайте. Так. Ох ты, нифига себе. Где-то мы что-то захватили. В Прибалтике, видать, отбились. Что, в принципе, неплохо, конечно. Так.
Прибалтика, Прибалтика. Ага, вон и танки идут. Авиация. О, нормально. Вот тут, правда, у них очень много истребителей. Нам придется еще бросить. Так, истребители, истребители. Так, развертывание и вот сюда. Замечательно, тут затащим. Тут мне особо, в принципе, контроль не нужен, здесь таких боев не идет, но все равно. Так, ага, все прекрасно. А вот смотрите, что сволочи творят. Они туда войска подвели дополнительные. Так нечестно, ты знал, что я туда приду. Компьютер читер. Ладно, тогда выкинем вас отсюда, в принципе. Тоже вариант. Тут держимся, все нормально. Ну, в принципе, неплохо, да, там неплохо все. Идет здесь тоже. Вон же потихоньку продвигаемся. Они пытаются нас атаковать. Ау, я тебе приказ атаковать, да, Вася. У них сейчас снабжения нет, так что все нормально. Так, тут-то тут что? Прорвались, ну теперь держитесь там. Больше 50 дивизий на нас наступает. Десять действий. А, и все, с Японской империей там учимся. Так. Японцы. Вы где? Так. И тут по-любому уже должна власть смениться. Ну прям вообще без вариантов. Так. На крайняк можно потом кинуть туда Советский Союз, на них. Устроить у них гражданскую войну. Ну, я надеюсь, там сменится. Ну, сколько там, уж процентов 70. Блин, мини-карты не хватает. Так. Ну, 60, но все равно. Скоро у них даже, может, гражданская война сама вспыхнет. Тогда она будет более жестокая, чем когда поднимают здесь другие страны, потому что поднимают, они туфту какую-то создают, там две дивизии какие-то восстанет левые. Хотя кинут туда столько оружия и очков влияния, какую-то, блин, не знаю, Ленина поддерживает. Опа! Ну, давай, вы должны успеть. Должны успеть, ну! Блин, не успели. Ну ладно, а в Ревеле есть кто? Нифига себе, тут стоит. Опа, нифига себе. В порту никого нет. Пофиг, что они тут нас отрежут. И сказал, тут стой. Выйдем тебя. Как тебе приказать тут тусоваться? Ладно, порт мы все равно показаняли. Значит, снабжение у них только здесь. И вот тут бы вас пробить, конечно, неплохо помешало бы. Не помешало бы, не помешало бы. Чтобы Советский Союз бы делал больше полезного, непонятные действия производит. Задержи. Нам нужна эта провинция. Прошу, советы не чешутся. Танчики, танчики. Да, мы сейчас вот эти войска не уйдут. И мы попробуем долбануть сюда. Ну, кыш, кыш, давай, отседал. Пушку зол. Да, замечательно. Вперед. Всем, что есть. Берите порт. Ну, просто обязаны его взять. Тогда они тут... Ой, наш дебилушка, что он творит? Ну! Ну, теперь-то хоть надежда есть на спасение. Берем часть танков. Сюда. Вот так. И вот так. Ты-то куда прешь через заводы? Ну пофиг. В принципе, более-менее мы все провернули. Теперь главное не дать им забрать порт. Обратно. Обратно. Вернее, захватить его. Это ж мы его обратно забрали.
Здесь, в принципе, можно их бить куда угодно, без снабжения немного не навоюют. Что у нас тут? А потом все эти силы рвануть сюда. Потом их где-нибудь здесь можно задействовать. По авиации. Ну что? Прекрасно. По морю. Все, в принципе, тоже неплохо. Победы, победы. Да, мы побеждаем. Мы побеждаем, мы побеждаем. Тебе ремонтироваться не нужно. Да, замечательно. Оказана помощь в потоплении, потоплено. В общем, послужной список у нас уже есть такой неплохой. Опыта поднабрались. Ты у нас... Ага, превосходный тактик. Мухобойка и железняк прокачивается. Нормально. Мы тебя еще против англичан бросим воевать. Это же все норм. А вот там нам можно, в принципе, ВДВшников будет качать. Против англичан-то. Почему бы и нет? Так. Давайте, добивайте их уже. Так, ты тоже на месте не стой. А куда они сюда прорваться? Здесь порта нет. Было бы логичнее сюда рваться. Я не понимаю, что они пытаются сделать. Ну да ладно, в принципе. Они там все равно обречены. Главное, вот, чтобы мы здесь удержались. Ладно, ты иди сюда. Вас, в принципе, можно вывести на восстановление. У нас транспорта не хватает. Сказываются бои, потери. Пусть мы тут, например, в основном мы обороняемся, но все равно, что здесь неплохо так сражаемся. Юрьев заберем. Освободим, вернее. О, прекрасно. Танки. Вперед. Вот тут, скорее всего, они в порты слиняют сейчас все. Увидят, что дело попахивает паленым. И смотаются. Поэтому мы попытаемся сюда хотя бы пока подойти. Там можно и по портам долбануть. Так-с. Ага, они освободятся, и мы можем даже высадку попробовать сделать. Пускай они теряют свои войска. Потому что итальянцы-то не наступают. Они такую глупость не делают. У них войска целые более-менее. Ну, может, здесь несколько итальянцев воюет, но это... Так. Ага, видим, у итальянцев потери всего 24 тысячи. Так-с. Всё? Нет еще. Восточная Германия. Так, давайте попробуем. О, Альпийский регион, Альпийский регион. Так, вы тут отремонтировали? Походу его убивают еще дальше. Альпы, 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 Альпы ищем. У вас Альпийский регион. Так, Албания. Нафиг это уже не надо, честно говоря. Отступать мы уже не намерены. Даже если придется каким-то чудом там отступить. Если англичане на их стороне там вступят. У нас там такие укрепления линии обороны длинные, что, честно говоря... Ой, дорогу надо было не отменять. Ну да ладно. Уже поздно, как говорится. А, Верхняя Силезия ремонт. Словения ремонт. Ага, вот. Все нормально. Так. Тут что? Ага, вижу. Не получилось, да, с первого раза? Ладно. Вы куда побежали стоять? Может, вы хотя бы войска свои отведете отсюда? Вы же видите, что он тут уже нифига не светит. Ну, пускай пытаются. Мы не жадные, пуль на всех хватит. Единственное, что здесь они, да, пытаются проломиться прям так неплохо.
Ну, в принципе, от обороны мы сейчас пока сыграем. Но авиация наша, это, конечно... я даже не знаю. Операционная надежность для тактических. Наверное, все-таки можешь истребители взять. Хотя, в принципе, и так полно. Раньше-то в предыдущих частях превосходство в воздухе выносило вражескую армию, считай, на ноль. Армия марширует. Все, нет армии. А тут, ой, что-то там вылетело, где-то там полетало. Они здесь только корабли могут топить. И то. Так. Да, меняем. На... Лучше стратегически запускать. И поддержку с воздуха. Так, истребители лучше берем. И то больше толку будет. Хотя бы от вражеской авиации закроемся. Тут что у нас по кораблям? Тут немцы вон плавают, смотрю уже. Да по кораблям-то мы тащим. Как нефиг делать. Флот наш ремонтировать не надо? Нет пока. Чё это на тебе вопросик-то так? Ну, в принципе, не, при необходимости он мог сам в ремонт отойти. Так. Что много у вас тут, вам не кажется, народ? Кыш отседова. Да. Ладно, танки я, пожалуй, отсюда изыму. Уж оборониться вы без танков сможете. А тут они понужнее будут. Где-нибудь здесь можно попытаться прорваться. Пускай пока сюда подойдут. Смотрите, не оставляют попыток, а? Какие упрямые. Вот здесь, в принципе, можно попробовать прорваться, как только они атаковать перестанут. 99, ну, останавливайся, устанавливаю току. Вон, мы видим, что у них тут войск не так уж и много, и они сейчас побитые все будут. Вот только что они по очереди атакуют, они не дают нам, так сказать, хоть что-то сделать. Вот это да, вот это единственное, что компьютер умного смог придумать. Но атаковать... О, дирижабль падает. Настолько превосходящие силы. Ну, я не знаю, двумя дивизиями против чего у нас? Против 16. Не совсем умный поступок, как на мой взгляд. Так. Здесь высаживаться танками. Блин, я думаю, на одном фронте нас начнет что-нибудь предпринять. Воевать на несколько фронтов. Это немцами доказано, что как-то не особо к хорошим вещам, блин, не успел там вот так перейти. Ни к чему хорошему, как говорится, не приводит. Где вы там застряли? Господи, вы. Я же вас в окружную послал. Или я shift забыл нажать. Ну ладно, пускай пока придут. Будем уже в следующей серии прорываться. Всем пока.